Вот как вы видите, дорогие братья и сестры, наша группа, спортивная группа, которая находится на Умра, сегодня решили посетить гору Хира, где пророк, саллиллаху алейхи вассалям, уединился со Всевышним Творцом. По дороге мы видим некоторые бутылки, народ слишком много, а работников, кто занимается уборкой, их мало, не успевают. И наши братья-спортсмены, несмотря на свою популярность, на свои титулы, решили очистить, делать субботник на этой прекрасной дороге. Тем самым мы хотим передать благодатную, добрую эстафету всем паломникам из Дагестана. Братья и сестры, продолжайте принимать эту эстафету и станьте причиной для такого доброго, баракатного дела. Спортсмены, они не только на ринге, не на ковре, только мастера. Спортсмены, они везде примерные.